Вечером 13 января на 160-м километре автодороги Минск-Гродно в районе деревни Кинти произошло ДТП с участием большегруза. Водитель автомобиля «Рено» в сцепке с полуприцепом при возникновении препятствия для движения не принял необходимые меры для предотвращения аварии, в результате чего совершил съезд с дороги в мелиоративный канал. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель большегруза не пострадал, однако потребовалась помощь спасателей. Прибывшие бойцы МЧС установили, что большегруз съехал в водоем Копоть. В салоне находился водитель, кабина наполовину была в воде. Спасатели при помощи спасательной доски добрались к кабине грузовика, извлекли водителя и доставили его на берег. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи осмотрела спасенного, госпитализация мужчине не потребовалась. В отношении водителя вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа.